наклеивается вот такая наклейка, получается красивый светоотражатель. На первый взгляд, это забавные светоотражающие наклейки в виде смайлов, но сделаны они не для того, чтобы улыбаться прохожим и своему владельцу. Фликеры, именно так их называют, помогут уберечь детей от травм на дорогах. Совместно с волонтерами и сотрудниками ГИБДД ученики 36-й Самарской школы вспоминают правила дорожного движения, учатся безопасно вести себя на городских магистралях и мастерят светоотражающие наклейки самостоятельно. С наступлением осени и сокращением светового дня количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних существенно возросло. Работа по профилактической деятельности в образовательных учреждениях ведется регулярно. Кроме классных часов, на которых ежегодно, особенно в начале учебного года, проводятся напоминания о необходимости соблюдения правил дорожного движения, также во всех школах оборудованы специальные стенды. В период дистанционного обучения наши педагоги направляют детям онлайн-ролики, в которых непосредственно транслируется пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов проводятся в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. На профилактических уроках они проходят в игровой форме, детям в очередной раз напоминают о правилах поведения на магистралях города и просят не игнорировать пешеходные переходы. Категорически запрещено перебегать дорогу в неположенном месте, перепрыгивать через спецограждение, передвигаться на самокатах, велосипедах и роликах по проезжей части. Хочется отметить, что практически 40% дорожно-транспортных происшествий происходит в сумерках. И возможно, что водители не успевают детей увидеть на проезжей части. Поэтому такие мероприятия очень важны. На таких мероприятиях мы учим детей основным правилам дорожного движения и использованию световозвращающих элементов. Особо опасное время для автовладельцев и пешеходов – зима. В ГИБДД в очередной раз напоминают, нужно быть начеку. Водителям вовремя необходимо сменить авторезину, а родителям заранее побеспокоиться о наличии светоотражающих элементов на одежде детей. Муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы завершится в конце декабря. Но уже с января 2021 начнет функционировать в новом формате. Как и прежде, детей ожидают игровые квесты, дистанции «Айболит» и «Колесо безопасности», а также прохождение препятствий на самокатах и велосипедах.